Декабрь – это время, когда выпивается, наверное, большая часть алкоголя в году, потому что впереди новогодние праздники. Потому тема алкоголизма сейчас актуальна так, как никогда. Обсуждать ее сегодня мы будем с Раилем Камилевичем Триголовым, заведующим отделением Нижнекамского наркологического диспансера. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, ни один человек, который сейчас является алкоголиком, не мечтал им стать. Вот почему люди спиваются? Все начинается с обыденного пива. То есть в народе бытует, что пиво – это вообще безвредный напиток, продукт, который можно употреблять ежедневно в безмерных дозах. Но пиво, имея градусы, то есть оно оказывает такое же вредное влияние, так же, как и крепкие напитки, то есть при частом длительном употреблении у человека появляется зависимость. Если у него, так сказать, эту отобрать бутылку, у него начинается бессонница, раздражительность, головные боли и так далее. Он уже без этой баночки пива не может ни заснуть, ни на работу пойти и так далее. А как быстро это все начинается? То есть сколько нужно пить, чтобы это зависимость? Это все происходит незаметно. Опять-таки это зависит от доз. Если человек ежедневно пьет по баночке, конечно, это длительное время. А если он по 2, 3, по 5, некоторые у нас умудряются, приходят на лечение, у них, когда спрашиваешь, по 10 литров пьют, куда это годится? Естественно, у них это быстро формируется. Буквально 6-7 месяцев, может быть. Все, зависимость появляется. Так говорят, что не пиво, а другой алкоголь, там 50 грамм коньяка каждый день, это даже полезно для здоровья. Это полезно в том случае, если человек не страдает зависимостью алкогольной. Это одно. И второе, если у него нет заболеваний внутренних органов, то есть желудочно-кишечного тракта, сердца, сосудов и так далее. То есть если нет зависимости, для него это может быть полезно. Но если человек зависимый, тот же 50 грамм коньяка, тот же, который рекомендуют некоторые врачи, 200 миллилитров вино красного сухого на ночь в виде снотворного или обезболивающего эффекта, это у него провоцирует запойное пьянство. То есть в запой человек уходит. Любой человек может в итоге спиться? Или все-таки какие-то люди этому подвержены больше, чем другие? В принципе, подвержены любые. Хоть ты дворник, хоть ты министр, это не зависит от профессии, от каких условий человек находится. Это все зависит от дозы, какие он принимает, и от частоты применения. А генетика? Генетика раньше считалось, что это по наследству передается. Но сейчас выяснилось, что наследственность небольшой процент имеет. То есть много случаев известно, где в благополучных семьях вырастают либо наркоманы, либо больные с алкоголизмом, и наоборот, в неблагополучных семьях вырастают гениальные дети. Излечим алкоголизм, в принципе? Или как наркомания неизлечим? Как сказать, излечим, неизлечим, такого слова нету. Есть слово ремиссия, то есть период воздержания. Почему алкоголизм называется хроническим? То есть это пожизненный диагноз. Так же, как хронический бронхит. Если при бронхите человека продуло, у него кашель начинается, тут выпил рюмку, у него пошло обострение в виде запоя. Поэтому говорить, что излечился человек, он может 20 лет не пить, 30 лет не пить. Но как наркотик, этот зависимость у него сидит в организме, стоит ему начать буквально рюмку-две, как они потом сами говорят, очнулся через 2 недели, хотя не пил перед этим 10 лет. Так говорят, что женский алкоголизм, он вообще неизлечим. Он, опять-таки, излечим, но тяжелее поддается лечению, в отличие от мужского. Мужчину легче вылечить, чем женщину. Но у нас много случаев, то есть женщины, которые берут себя в руки и по много лет не пьют. Сейчас у нас, в стране существует добровольное лечение алкоголизма, наркомании и прочих зависимостей, да? Раньше оно было принудительное. Угу. Как правильно, на ваш взгляд?
Ну, принудительное показало, что эффекта особого не дается. То есть человек на 12, на 24, на 36 месяцев его закрывали, то есть от года до 3 лет, выходил человек и с новой силой начинал пить. То есть особого смысла нету. Ну, то есть добровольно все-таки лучше, да, получается? Только добровольно. Без его желания, без его согласия лечение – это все бессмысленно. Ну, а как вот родственникам, на какие точки, может быть, нужно надавить, чтобы человек пошел? Вот как раз родственникам давить не надо. У нас, понимаете, приводят матери или жены, мужей, по-всякому их обзывают, чуть ли не пинками загоняют. Это смысла нету. Если человек не хочет излечиться, он назло, или у него просто установки нету не пить, он выйдет и с этого же дня опять начинает пить. Поэтому только свое желание, добровольное желание, тогда эффект будет. Ну а как вот убедить человека, что он алкоголик? Убедить не надо убеждать, он сам должен к этому прийти. Он сам должен прийти. То есть он пускай дойдет до дна, но если он выплывет, он выживет. Если он не хочет жить, он так и останется на дне. Ну вот скоро у нас праздники новогодние, да? Угу. Длинные выходные, да? Вот по одному из мнений, вот эти вот длинные праздники у нас способствуют распространению алкоголизма. Ну, как такового не то, что алкоголизма, но начинается так называемый 10-дневный, у нас же по 10 дней выходных, 10-дневный алкогольный марафон. То есть наш народ считает, что 10 дней дается для того, 31-го отметить дома, а с 1-го надо поздравить весь мир. То есть начинается хождение по родственникам, по друзьям, по знакомым. Ну и везде, естественно, столы накрываются. Поэтому это не то, что способствует алкоголизму, но у людей, подверженных зависимости, конечно, провоцирует запойное пьянство. Но существует какая-то безопасная доля алкоголя, которую можно принять на праздники, потому что, ну, понятно, что Новый год совсем редко у кого обойдется без спиртного на столе, да, и чтобы не навредить своему здоровью. Угу. Ну, в первую очередь хочу сказать, что ни один новогодний праздник, то есть под звон курантов, не обходится без шампанского. Поэтому пожелание такое сладкое, полусладкое шампанского, чтобы не было на столе. То есть алкоголь и сахар, сладкое несовместимы. То есть сухое шампанское должно быть, правильно я понимаю? Самый лучший брют, да, который не содержит совершенно ни капли сахара. Вот. Либо сухое, да, вот, шампанское, чтобы сахара не было. Поэтому из этого вытекает спиртные напитки не закусывать сладким. Наступает быстрое опьянение, интоксикация, и из этого утренние последствия. То есть шампанское с шоколадкой – это не дело? Нет, конечно. То, что у нас привычно. Самый оптимальный вариант – это, конечно, для шампанского – это сыр. А фрукты? Фрукты можно, да. Фрукты можно, это фруктозы, а сахароза, конечно, нежелательно. А так на столе обязательно должен быть не оливье, которое у нас привычно делают большими тазиками, да, оливье, который содержит майонез вреднейший, картофель и так далее. Холодец, в первую очередь холодец, затем рыба и морепродукты. Потом то, что вы сказали, фрукты, овощи. Ну и кисло-содержащие продукты. То есть квашеная капуста, огурцы и так далее. Ну а безопасная доза все-таки какая? Ну, условно можно так сказать. Это зависит, от пола человека, конечно, зависит, но в основном от веса человека. От веса. То есть от 40 где-то примерно до 60 килограмм человек весит. 3 рюмки по 50 грамм крепкого напитка – это считается безопасной. 75 килограмм человек весит – 4 рюмки. Ну и 100 килограмм и выше – 5 рюмок, но не больше. Тогда утром будет благополучным и хорошим.
Но вот говорят еще, что можно что-то жирное съесть перед застольем, и тогда не опьянеешь. Вот насколько это правда? И стоит ли это делать? Ну, во-первых, хочу сказать, перед застольем нельзя садиться голодным. То есть некоторые считают, подольше не поем, чтобы все попробовать на столе, и все подряд начинают сметать. Печень там, естественно, не выдерживает, желудок не выдерживает. А по поводу жирного, да, это правильно. Либо кусочек сливочного масла, либо крепкий бульон, либо кефир повышенной жирности. Оно обволакивает стенки желудка и, то есть, препятствует воздействию алкоголя на слизистую, на желудочно-кишечный тракт. Ну, а дети, да, за столом будут подростки. И вот у нас считается, что если ребенку там 14-15 лет, то бокал шампанского ему уже можно дать в руки. Я, конечно, не то, что против шампанского. Вот то, что детское шампанское продают, если бы была возможность, вообще бы их убрать. Потому что это дети с детсада уже смотрят на это шампанское, у них, то есть, ассоциируется со взрослой жизнью. Они, конечно, будут, пока они маленькие, они будут это детское шампанское, но придет время, 14-15 лет, и они захотят посмотреть, так сказать, взрослую жизнь и уже настоящее шампанское попробуют. Поэтому, естественно, это лучше не давать. Но если вернуться к взрослым, да, мы поговорили про безопасную дозу, а самая опасная доза, да, какая доза алкоголя приводит к отравлению, а какая к смерти, может быть? Ну, это все, опять-таки, зависит от возраста человека, от состояния внутренних органов, от его веса, от его пола и так далее. Для некоторых и литр, например, крепкого напитка – это уже смертельная доза, а для кого-то там и 2, и 3 литра они могут выпить. Это все индивидуально, конечно. Ну, а ваши какие-то советы, да? То есть, ну, если у кого-то все-таки не получится провести этот Новый год трезвым, вот с утра проснется в состоянии похмелья, вот как его пережить? Угу. Ну, если человек не хочет стать нашим клиентом, так сказать, клиентом наркологического диспансера, самое главное – это утром не опохмеляться. То есть включаются опять внутренние патологические процессы, и у человека проявляется эта алкогольная зависимость, и он уходит в запой. Вот. Если ему плохо утром, ну, неплохо в аптечке иметь лимонтар. Есть такие таблетки лимонтар, которые содержат лимонную и янтарную кислоту. Его можно попить. А из народных средств это, естественно, рассолы, затем крепкий мясной бульон и так называемый хаш – это горячий холодец, который, опять-таки, способствует облегчению состояния. После этого лучше, конечно, пройтись на улицу, по морозцу, на свежем воздухе, облегчить себя. Если позволяет состояние, ну, с детьми на елку, санки, там, лыжи и так далее. Спортом лучше всего. Спорт, ну, такси. Спорт, да, сочетать с этими, с праздничными мероприятиями. Спасибо огромное. У нас мало времени остается. Какие-то пожелания нижнекамцам? Пожелания. Хочу поздравить нижнекамцев и гостей города с наступающим желтой, как говорят, желтой или огненной собакой. Год собаки. Так как собака является другом человека, пожелать всем, кроме здоровья, чтобы этот год и их окружали верные, преданные друзья. Всего доброго и не болейте. Вам тоже мы в первую очередь желаем здоровья. Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Всех нижнекамцев с наступающим Новым годом и желаем провести его достойно.